давай драться. Давай драться, давай. А? Тетя, ты чё, куда? Бля, тючка зверская. Kiss my ass. Хова! Давай, давай. Хова! Хова! Вот это серия ударов. Давай, 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 давай. Хова! Хова! Какая сильная тетя, а? Хова! Хова! Не попал, а я попал. Хова! Давай, 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 бей меня. Хова! Давай еще раз. Последняя попытка. Давай, давай. Вот так вот. Все, можешь теперь покататься. Давай, глист в скафандре. Ни разу не попал. Ну, ни разу же не попал, а? Эх, слабак. Ставьте лайки за это видео, дорогие друзья. Hello, бро. Вы на новом канале Lord Wooder. Мы играем GTA 5, а именно модик, где мы поиграем с Стивом из Майнкрафта, который будет терроризировать Палета Бай, будет отбирать машинки, всех избивать. Так, выходи отсюда. Выходи. Давай сражаться с тобой, как мужчина. А то наколок понаделал, даже не знаешь, что они значат. Хоба! Хоба! Вот так. А ты что сигналишь? Ну-ка, выходи. Ну-ка, вылазь отсюда. Я тебя сейчас задавлю. Хоба! Вот так вот. Все, кровище. Где полиция-то? Хваленая. Полиции-то нету? Очкуют? Очковые полицейские. Да, вот это удар. Просто вырубил. О, девчонки, привет. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто из вас играл в Майнкрафт. За что вы любите игрушку Майнкрафт? Ты уже полиция приехала. Отлично. Сейчас я еще пару жертв себе сделаю. Видите, как у нас сильный удар? Это все потому, что мы блоки таскали всю свою жизнь, натренировались. О, какая-то крыса. Или это тушкан какой-то пятнистый. Интересно. Так, ну, конечно, я поднять грузовик не смогу, но я О, собачка застряла. Это енот. Это мерзкий енот. Так. Кока-кола это яд. Тут ты чё? Я говорю, кока-кола это яд, я тебе сказал. Яд кока-кола, ты чё, не понимаешь? Ты чё? Ну-ка, вышел. Куда? Не видишь, что ли? Тут я воспитывал людей. Тебя-то я воспитать, что ли, тоже. А, полиция приехала. Привет, полиция. Да, дави полицейских. Дави. Ох ты, запнулся как, а. Полицию никто здесь не любит, я понял. Да, беги, черный человек, беги. Так, вот он все-таки уезжает, а. Блин, жалко. Нет. А кока-кола-то яд, я сказал. Умри, кока-кола. Вот так. Сейчас чувак разлетится. Опа! Красота! Палета Бэй умрет! Палета Бэй умрет! Опа! Блин, горю! Горю, горю, не гори, не гори! Только не гори! Ух ты! Вертолетик! Вертолетик, я тебе тоже могу сшибить! Бабах! Красота! Ты чё сидишь, а? Ты что, сидячий, что ли? Сидел, что ли, а? А кто тебя в полицию взял, если ты сидел? Он каску потерял. Опа! Ты что, прячешься? Не надо от меня прятаться за машинами, ребят. Я вас все равно найду. Каску одел. Что, думаешь, в каске я тебе не прибью? Да я ж каратист. Квадратными ладошками. Ты полицию-то сколько понаехал, а? Опа! Опа! Майнкрафт GTA. Ха! Палета Бэй подвергся нападению неизвестного квадратного человека с квадратными руками, квадратными ногами. А вы, дорогие друзья, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Полицию я могу бить бесконечно. Да. Но это еще не все, что у нас есть. У нас еще есть точка отступления. Я знаю, куда мне уйти, когда мне будет совсем не в моготу. У нас есть волшебное транспортное средство. Сейчас доберем до 5 звезд.
Опа! Так, ну что, у нас 5 звезд уже? Поздравляю, друзья, мы набрали 5 звезд. И с нами хотят ФРБшники и сватовцы справиться. И ничего у них не получится. А знаете почему? Не только потому, что у нас квадратная голова и мощные ладошки. И мы занимались спортом. И против нас даже уже армия. Ну, ничего страшного. Мы и армию победить сможем. А дело все в том... Опа! Ух ты, ни хрена себе! Вот это вертолетик. Дело все в том, что у нас есть волшебное транспортное средство. Она тоже из мира Майнкрафт. Да. Вскочил. И у нас есть волшебный летучий голландец. Он тоже из мира Майнкрафта. Видите, он весь сделан из кубиков. Сейчас подождем поезд и попробуем его остановить здесь, возле этого туннельчика. А вам, дорогие друзья, напоминаю, что на моем канале Lord Voodoo Железное Сердце писанный вами комментарий может оказаться в видео. Так что пишите комментарии. И здесь я хочу вас спросить, а кто из вас играл в Майнкрафт и за что вы именно любите Майнкрафт? Ну, а если вы вдруг не любите, тоже пишите о том, что вы его не любите и почему. Вот он, поездок приехал. Поездок, все, садимся. Садимся, поперек встали. Так, прижались к земле. Прижимайся к земле, нет, не пускай его, нет. Зараза, он проехал все-таки. Стив, да что ж тебе так сегодня не везет, да? И кораблик у тебя сел не там, где положено. Сделан из каких-то почтовых ящиков. Ну ты, Стив, даешь, ты соорудил себе летучий корабль из коробок почтовых. Вот это ты извращенец. К сожалению, наш кораблик стрелять не умеет. Очень бы хотелось. Кстати, давайте попробуем, проверим, а может ли он у нас плавать? Он вроде... Летать-то он, я вижу, может. Давай, давай. Взлетай. Так, вот здесь у нас озерочек такой маленький. Так, давай опускаемся. О, рыбак! Рыбак! Слушай, ты если что, меня поймай, ладно? Давай, я прям тебе на голову сяду. Ты просто не волнуйся, если что. Оп-оп-оп-оп-оп. О, плаваем. Прикольно. Ох, ой-ой-ой-ой. Только стоило покинуть корабль, и он сразу стал тонуть. Я рыбака утопил. Ребята, спасайтесь. И лодку утопил. Я ее перевернул. Ошибись. А кораблик плавает, смотрите. Кораблику ничего не стало, я думал, он тонул. А сесть я в него сейчас смогу опять по новой? Стив у нас, оказывается, водоплавающий пацан. Гляньте, как он хорошо плавает. Блин, он его уносит от меня. Берег его засасывает просто. Так, садись. Его куда-то сдуло, блин, засосало там, что ли. Корабль, ты какой-то странный, а? Взял к берегу, портовался вместо того, чтобы плавать. Короче, сломался наш корабль волшебный. Какие мощные турбины были. Ты мог летать и летать еще. Но ты решил променять свою молодость на непонятную тему. Привет, чувак! Че, клюет? А? Че молчишь-то? Вставай уже! Ну, корабль увидел и просто упал. Замертво сразу. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, для того, чтобы мы подрезервировали Палета Бай, более чем достаточно было времени. Мы избили кучу полицейских, натравили на себя даже военных, собирали 5 звезд, настреляли танки, но мы убежали благополучно. Все для чего? Для чтобы поставить маленький эксперимент, попробовать остановить своим летающим кораблем поезд. С вас подписка на канал, лайки. И всем пока. Только сюда встал. Подошел ко мне. На, получай. Еще Халка не знаете, что ли? На тебе. Все, игры закончились. Никаких игр с инопланетянами быть не может. Ну-ка, и сюда. Блин, черт. Ну-ка, перестань. Умри. Блин.
подпевать ему в ладошки.